Месяц назад ты был жалким неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире. Как такое возможно? Ого. Боже, когда ты это написал? Это не я написал, это Пол Маккартни, Битлз. Кто? Джон, Пол, Джордж и Ринго, Битлз. Да ладно, издеваетесь? Yesterday. Одна из величайших песен в истории. Ну, это не Coldplay и не их Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. Я тут слушаю новую песню Джека. Oh, yeah. Как она называется? Leave it be. Let it be. Ну, жги дальше, Джек. Все только и говорят о новом музыкальном феномене. Твоя музыка — это потрясающе. Ты просто обязан поехать в Лос-Анджелес. Я предлагаю тебе деньги и славу. Привет, мистер Ширен. Чувак, твой рэп просто бомба. Правда? Да, я прикалываюсь. Оставь это нашим братьям. Мой тебе совет. Раз ты уезжаешь, позволь задать тебе вопрос. Мы так и останемся друзьями? Или у нас есть еще шанс? Джек Малик, мировая суперзвезда! Мы могли стать идеальной парой. Но теперь ты величайший автор песен на планете. Неправда. Очевидно, что это так. Этот миг войдет в историю. Все в предвкушении. Для меня честь открыть дверь в будущее. Ой, не та дверь. Вы сами пишете свои песни? Да. Точно? Я не знаю. Я вел себя как дурак. Может, любовь и не все, что нам нужно, но почти все. Вчера. Песня «Hey Jude». У меня есть предложение. Hey Dude. Hey Dude, ты уверен? Hey Dude. Он прав. Так лучше. Скоро в кино.